уже догнал Зампарелли Квята, да, и сегодня как-то не совсем, похоже, попали в настройки в Ардене. Просто не рискует Квят, на самом деле, вот здесь он выход из ресурса получается чуть лучше. Как-то уж совсем он не то чтобы без борьбы, но, знаете, так ощутимо легко пропустил вперед Вина Дзампарелли и за Маруси Манор. И вот здесь не решил, видимо, не рисковать, набрать хоть какие-то очки тоже важно, потому что в чемпионате теперь Данил включился в борьбу. Вот она прямая Кемеля, дальше будет поворот вправо, и здесь липстримом, похоже, все-таки обходит, да. Очень интересное сражение. Главное, не промахнулся, чтобы Кино Дзампарелли не вынес Данила Квята, но хватает умения итальянцу для того, чтобы, наверное, у большинства пилотов она так сильно не страдала. А, там, похоже, ошибка была у самого Данила. Не очень хорошо он вышел из автобусной остановки, поэтому поравнялся с ним здесь Кино Дзампарелли, вышел даже вперед к Лесурсу. Накатил Квят, смог отыграть обратную позицию в оружие, точнее даже не в оружие, а уже на прямой Кемеля в конце этой прямой перед Лесурсом, там где вчера не перед Лесурсом, конечно же, а перед Лекомбом. Очень живописные места здесь в Орденской.